Итак, по 7 грамм мастики мы берем на каждую ножку. Катаем вот такие небольшие ножки. У нее ножки короче, чем у мимишек. Поэтому сильно длинные мы не делаем. Сейчас сравним. Так, с точкой повыше немножко. Так. По длине наша нога будет 3 сантиметрика. Нижняя часть у нас будет 2. И по 1 грамму берем темно-коричневые мастики для нижней части ноги. Для платья я возьму 20 грамм. Сейчас немножко. Итак, взяли наши 20 грамм. На столе начинаем выводить на такой вот конус. Края стараемся сделать потоньше. Выводим платьишко. Вот такое вот самое обычное платьишко. Так, ножки. По высоте наше платьишко 4 сантиметрика, по весу 20 грамм. Зеленая мастика. Я возьму 4 грамма. И, наверное, 2,5 беленького возьму. Скатали оранжевую мастику, скатали белую мастику. Шарик. Если плохой липкий слой, значит обязательно склеиваем. Соединяем между собой. Укатываем ей хвостик. Такой вот хвостик у меня получился, он 5 сантиметров, самая широкая часть 1,5 сантиметра. И приклеиваем. Обязательно за что-нибудь цепляемся, ни в коем случае не оставляем наш хвостик в полете, потому что он может упасть, деформировать, сломаться. Обязательно всегда за что-нибудь цепляемся. Так, сделали, теперь делаем ручки. На каждую ручку мы берем по 3 грамма. Привет, Мари, спасибо. Спасибо, Леночка. Нет, не расстроены, я очень спешу. 3 сантиметра по длине наша ручка в большом, ну где он тут, 1,3 по ширине и ну, здесь 0,5. Делаем небольшой вот такой защипульку. Девчонки, не расстроены, честно, просто очень много работы, тяжелый торт, в плане того, что очень много героев, плюс он еще мастичный, мы будем много мелочного такого оформления, поэтому просто спешу, и поэтому, может быть, так кажется, что я расстроена, на самом деле это не так. Вот так сделали эти ручки капельки, посмотрели обязательно, чтобы они были одинаковые, это очень важно. Теперь берем нашу коричневую мастику и делаем на каждом, на каждой ручке по 4 пальчика. Я сразу смазываю на двух ручках клеем, отщипываем такие маленькие кусочки мастики, делаем им коготочки. Один большой пальчик и 3 по всей поверхности. Один большой пальчик. Так вот, один большой и 3 небольших пальчика. Привет, Катюша. Эфиры не стали раньше, это я вышла раньше, потому что, чтобы до самой ночи не сидеть. То есть я освободилась пораньше, сразу вышла. Точки. Сички. Сейчас подставлю ей чисточку. Хочу, чтобы он... Теперь переходим к ее голове. Для головы нам понадобится 70 грамм. Итак, скатали шарик. Скатали мы шарик. Стараемся, чтобы шарик был без заломов, без каких-либо трещин. И начинаем вытягивать ей голову. У нее такая длинная мордашка.
часть где-то 4,5, а нижняя 2. Вот, грубо говоря, вот так. Делаем здесь небольшой такой, как отпечаток, мосечку слегка прибиваем, но совсем немножко. То есть она должна остаться вытянутой, просто небольшой вот для носика, небольшой участочек. Мы прибиваем, вот вам видно, отсвечивает. Вот такая моська. Теперь мы сделаем следующее, нам нужно сделать глазки. Для этого мы берем стек. Я, честно, да, посмотрю, обязательно гляну. Иначе не видела, нет. Сделали. И теперь делаем глазки. Я сегодня и вчера почти в Инстаграме не была. Я зашла один раз там. Все. Оно бывает, знаешь как? Видно, что меня кто-то отметил, но оно не показывает. И бывает показывает на следующий день. То есть я вижу, что меня кто-то отметил, но не вижу кто. И не вижу что. Просто горит, что отметка была. Вот такие делаем глазки небольшие. И в них вставляем кусочки белой мастики. Помним, что ни в коем случае не должны они вылазить у нас из орбит. Они должны быть четко в своей ячеечке. Отправляем. Нам нужно эти глазки нарисовать, и поэтому мы берем краситель гелевый черного цвета и будем рисовать глазки. Берем кисточку тоненькую, желательно это, чтобы была кисточка единичка. У меня такая единичка. Для этого берем мастику черного цвета. Значит, я не сильно большой. Где-то давайте. Сейчас я посмотрю. Да. Давайте 0,5 грамм возьмем на носик. Делаем носик. Сильно низко его не опускаем, он достаточно близко к глазкам у нее. Ротик черным красителем. Вот так. Теперь сделаем ей ушки. Давайте по 2 грамма на каждое ушко возьмем. Делаем такой вот треугольничек. Это где-то у нас 2 на 2. Здесь сразу срезаю, делаю ровный край, чтобы удобно мне было приклеивать мое ушко. Смазываем клеем. Ушки очень далеко у меня так. Где-то вот тут. Ушки готовы. Здесь делаем такой вот оттиск и приклеиваем. Берем нашу шпажку, приблизительно до серединки мы вставляем ее. Лишнее все отрезаем. Обязательно смазываем клеем. Даже не знаю, как я лучше в эту сторону. А то думаю, иду в отпуск. Будете без меня тут скучать. Так, сейчас я вам все покажу. Лисичка. Хотя, наверное, все-таки надо было в другую сторону наклониться. Смотри, что мне нравится. Как она будет стоять? Чтобы рот хорошо был видать. Так вот я как-нибудь поставлю. Так рта нет, так рот есть. Лисичка. Я хочу немножко ей
попудрить платьишко, если получится. Но вряд ли тут что-то получится. Значит, надо просто брекануть слегка и все. Сантиметров по высоте, по весу получилась она 127 грамм.